Всем привет, с вами Элис Фон Блэк, и мы продолжаем проходить Vampire the Masquerade Bloodlines патч 9.4+. Ну и в прошлой серии мы вернули деньги Меркурию. Чего? Так вот, мы вернули деньги Меркурию. Ну да, пока поболтай по телефону, пока я рассказываю. А также мы сходили к нашим сестрам, умудрились их помирить. Они пообещали нас убить. Ну и, конечно же, там отель, галерея Нойер, закусочная. Ну и все такое прочее, все по накатанному. И сейчас нам, по идее, да, взрывное начало. Война была прекращена, то он прячется в топливной цистерне недалеко от клуба. Нам туда сейчас дорога, но для начала я бы хотела зайти на пляж и к Артуру. Ну и так как мы у Артура недалеко, тут в принципе и в первую очередь зайдем к нему. Еще можно поговорить с Ноксом. Ну, в общем, я хочу сегодня заняться побочными квестами. А то что-то мы ими вообще не занимались. Крупнейшая из кого-либо существовавших, из каких-либо когда-либо существующих объединений вампира Камарилья заботится о поддержании чего-то. Задрот. Есть здесь у тебя что-нибудь? Заткнись. А хотя нет. Привет. Добро пожаловать в круглосуточное поручительское агентство Артура Килпатрика. Чем могу помочь? Можешь не целовать мне задницу, толстяк. Вы владелец... Осмелюсь предположить. Да, точно, я поручитель третьем поколении. Нанял несколько помощников, но в основном справляюсь в одиночку. Ну и как бизнес сегодня? Ну, что я могу сказать, дела идут неплохо. Санта-Моника пришла в упадок, когда-то была милым местечком. У нас теперь больше дела, чем еще пару лет назад, но теперь и куда больше сбегающих из-под залога. И прочего дерьма. Похоже, Санта-Моника видела времена получше. Чертовски верно. Я не жалуюсь. У меня неплохая позиция, чтобы спокойно наблюдать, как оно все стекает по трубам. Понимаешь, о чем я? О, прекрасно понимаю. Похоже, твоему сыщику работы всегда хватает. Это точно, я и сам когда-то был сыщиком. Нужно иметь действительно стальные яйца, чтобы быть хорошим сыщиком, скажу тебе. А этот твой сыщик, он хорош? Да, но он чертовски хорош. Его зовут Карсон, и он лучший в своем деле. Когда им занимается? Вообще-то я не могу его сейчас найти. Это меня бесит. Нужно, чтобы он кое-кого отыскал. Так уволи его. А ты не можешь найти другого сыщика? Ну, мне не хотелось бы сейчас выпускать Карсона. Нас много связывает. Я его отца знал. Знаешь что? Раз уж ты тут застряла, почему бы тебе не поискать его по-быстрому? Я заплачу тебе за это. Где мне его искать? Отлично. Думаю, первое место, где его следует искать, его квартира в Санта-Моника Суитс. Квартира 1. Если не путаю, может, найдешь там что-нибудь, что намекнет, куда он подевался. Вот ключ, чтобы войти туда. Окей, я найду его. Так, сейчас надо зайти сразу к Ноксу, чтобы взять у него квест, и когда будем уже сдавать квест Килпатрику, посмотрим у него там в компе про нашего этого Крамба Вирджила. Ну хватит орать, а. Попрыгали отсюда. Кстати, а у нас там есть что, опыт? О-о-о-о! Смотрите, какая у нас человечность. В жизни у меня без читов не было такой человечности. Хотя была. На самых первых порах. Так, чтобы нам холодное надо качать, это однозначно. Ну, давайте. Давайте. А давайте без давайте, давайте.
А что у нас там за стрелковое? Ага, точно, восприятие, тут еще опуск. Давайте. Сколько раз я еще повторю эту дурацкую фразу «давайте, бездавайте». Эх, бывает. Что у вас тут такое произошло? Это место преступления, пожалуйста, отойдите в сторону. Что здесь происходит? О, какой-то псих вломился в галерею, порезал картины. Сегодня любой считает себя критиком, а? Надеюсь, они поймают парня, человека, который это сделал. Пока. Спалился. Ты не взломаешь что-то. Ну, прикольный звук, кстати. Как он взламывает. Так, ключики. Эмалия. Эмолия. Да. Она красивая. И сейчас красивая, в принципе. Я не жалуюсь. Она жалуется. Я не жалуюсь, это она жалуется. О! Стрелковая прокачивать шикарно. Проверка. Это фиговина записывает. Господи, как я ненавижу эти штуки. Ну ладно. Дело маги становится все более странным. Я нашел место, где он скрывался, и обнаружил там жутковатые вещи. Но никаких признаков маги там не было. Собираюсь пройти по второй ниточке. Что у меня есть? Это Карсон. Конец записи. Черт, как это глупо звучит. Устрой дебош. Странно, что... Ой. Странно, что они не разбиваются, если их кинуть. Ладно. Так, что у нас тут? Маги... Маги. Эмалия. Эмолия. Но только мне просто лень вводить самой. Я вообще ленивая жопа. Нахождение. Маги скрывается в салоне татуировок Devil's Brand Tattoo в Санта-Монике. Окей. А нам все равно больше ничего не доступно, кроме этого. Ну, кроме Санта-Моники. Так что спасибо, Кэп. Надеюсь, там нас никто не ждет. А то мало ли. Ну, хотя это не мод, это всего лишь патч, так что вряд ли там что-то изменилось. Комарилья заботится о поддержке маскарада. Вот о чем они заботятся. Способность владения холодным оружием непосредственно определяет количество поражений, которые вы можете нанести, используя такое оружие. Спасибо, Кэп. Я хочу взять эти документы. Поставить хочу их на кресло. Почти поставила. Странно, что они не высыпались. Приклеились, что ли? Главное то, что здесь есть вот такой вот ремешок, чтобы можно было человека... привязать нормально. Вот тут вот тоже на руках прелестная вещь. Повесили бы сюда нормальных эскизов на самом деле. Может быть, я бы выбрала себе что-нибудь новенькое. Хотя вот эта милашка еще ничего. Ну, точно не вот это. Или вот что-то вот похожее. Ой, ладно. А это перекрытие. Мне показалось, что что-то висит.
все смешалось, ноги, руки. Ладно, хватит звонить. Слушаю. Здравствуйте, могу я поговорить с мистером Маги? Похоже, его сейчас здесь нет. Чем могу помочь? Ну, мы с ним договорились о встрече пару дней назад, но он так и не явился. Не знаете, когда он вернется? Вообще-то нет. А что это была за встреча? Ну, мистер Маги собирался мне немного попозировать. Это для медицинских работ, которыми я занимаюсь здесь в студии. В самом деле, досадно. Предложение было для него выгодным. Да, может, я смогу прийти и попозировать вместо него. Да, конечно, звучит восхитительно. Вы можете наведаться в мою студию, и мы обсудим детали. Звучит неплохо. Где она находится? Это в конце главной улицы, маленькая подвальная студия. На вывеске написано «Gimbals Protectics». Просто позвоните, я вас впущу. Звучит неплохо. Я скоро приду. Но не совсем скоро. Я хочу отправить Гимбла к Вандалу. Поэтому мы сейчас должны найти Лили. Пойдем за Лили. О, Лили! Так, способность стрельбы напрямую определяет количество повреждений, которые вы можете нанести огнестрельным оружием. Также она определяет, насколько легко вампиры и прочие сверхъестественные существа будут защищаться от ваших выстрелов. Поэтому нам сейчас дорога на пляж. Но нет, не потому что навык стрельбы очень важен для нас, а потому что Лили, про Лили нам расскажет и... Странное на самом деле имя. И. Князь. А, отлично, про князя мы не узнаем. Когда полиция прекращает охоту, на экране появляется соответствующее сообщение. Криминалистика. Так, денег у нас... Ну так, чуть-чуть. 20 баксов на разговор с Розой у нас есть. Скажем так. Ну что, давайте с Розой сначала поговорим. О, господи. Ты был... Нет, ты побываешь в Китае. О чем это ты? Почему он улыбается? Отец. Отец стоит за ним. Ты несешь бессмыслицу? Ты выслеживаешь его для... Того, кто в башне, по морю, под землей, найдешь его в склепе. Он открыт. О боже, беги! Я не понимаю. Прости, иногда я вижу... неважно, не обращай внимания. Но то, что я сказала... У тебя дар, пожалуйста, это важно. Можешь рассказать кое-что еще? Одна рука двигает фигуры в игре. Победитель держит в руке пешку. Ты не могла бы конкретнее? Я не понимаю, что я говорю. Забудь о том, что я сказала. Постой, ты что-нибудь знаешь об убийстве на пирсе? Убийство? Да, убийца мертв. Он быстро уходит и двигается к сердцу ангелов, их дому звезд, а затем возвращается удовлетворенным и вновь опустошенным. То есть это намек на то, что он был в Санта-Монике, он тут убил, потом к сердцу ангелов, значит, даунтаун, там он убил, к звездам, Голливуд, в Голливуде убил, возвращается обратно, он возвращается в Санта-Монику. Ты не могла бы конкретнее? Ой, забудь, я не знаю, о чем говорю. Можешь предсказать мне будущее? Я тебе заплачу. Удача — это не твоя судьба. Все мы тут неудачники. Каждый раз, когда засыпаю, будущее предстает передо мной. Я знаю исход. Все будет завершаться снова и снова, пока я не проснусь. Я знаю твои вопросы. За сотню я скажу тебе то, чего ты не хочешь слышать. Мне нужны деньги, чтобы уехать отсюда. 100? Я дам тебе 20. Вот мой вопрос. Тогда спрашивай снова. Что со мной произойдет в ближайшие ночи? Алый корабль. Он не тот, за кого он себя выдает, и все сгорит. Динозавры. Он в ярости. Человек с гербом. Голос во тьме. Босс. Китайские братья.
Следуй за огнями в конце тоннеля, куда хочешь попасть. Ну, тут понятно, алый корабль Элизабет Дейн. Она чисто все квесты нам просто проговаривает, и все. Он не тот, за кого себя выдает, понятно. Это про этого, господи, про Найнса. А, и все горит. Граут, динозавры, музей. Кстати, там по дворику прогуляемся. Он в ярости. Лакруа. Человек с гербом, как я понимаю, Сак. Голос восьми, босс. Тс, Гэри. Китайские братья, это у Джованни. Следую за огнями в конце туннеля. То есть, куда хочешь попасть. Как я понимаю, это у Джованни в конце туннеля огни. Кому я могу доверять? Человек на диване. Одинокий волк. Со всеми остальными будь осторожнее. Ну, человек на диване, понятно. Меркурио. Одинокий волк. Беккет. Ну, со всеми остальными поосторожнее. Ну, да, это действительно два персонажа, которые нам не дают квеста. То есть в оригинальной версии Беккет не дает квест в библиотеке. Кто мои враги? Многие, повсюду. Одни с мечами, другие с улыбками. Но мне их жаль, ты достойный противник. Да, есть такое. У кого есть для меня работа? Те, кто много говорят, обычно что-то имеют в виду. В городе много уникальных личностей. Они ждут, чтобы им задали правильный вопрос. Как, например, И. Просто какой-нибудь совет, что-нибудь, что спасет мне жизнь. Не открывай его. Мы не будем, обещаю. В пятом классе кто украл мой велик? Я вижу будущее, не прошлое. Значит, то, что я в итоге выиграю, абсолютно точно. Выиграешь ты игру или нет, значения не имеет, раз уж она куплена. Я ее не покупал, я ее скачал бесплатно. Да уж, до свидания. И... Что-то меня сегодня на посчитать потянуло. А давайте вот с ним поговорим. Ты случайно не знаешь, кто верховный вампир? Да кто угодно. Если верховный вампир умрет, мы снова станем людьми, верно? Если убить его священным колом, разумеется. Хочешь купить такой? Ок, но у меня есть еще один вопрос. А как насчет переливания крови? Если сделать полное переливание крови, я снова стану человеком, верно? Конечно, если перелить кровь единорога. Кровь единорога? А что, вампиры существуют, а единороги нет? Я куплю всю... Я куплю её. Мне надо достать деньги. Вернись через некоторое время. Да, я ещё могу тебе предложить специальную жвачку, чтобы убрать клыки. Привет. Добрый вечер. С тобой все в порядке? Ничего. Я тебя пугаю? Нет, у меня проблемы с речью, извини. Пускай сам заикается. И? Слушай, я вам, ребята, уже тысячу раз говорил. Мы не знаем, что не можем здесь охотиться, ясно? Мы никого не трогаем, у нас нет причины задевать слабых. У вас нет причин. О чем это ты? Значит, ты здесь не для того, чтобы нас прогнать. Нет, а что, это обычное дело? Нас это уже порядком достало. Кто-то думает, что защищает свои владения, а в худших случаях нас преследуют забавы ради. Почему? Не знаю, похоже, все мы тут больны одной болезнью. Черт, кого я пытаюсь обмануть? Мы просто неудачники, страшилки. Похоже, мы все калеки, мы ошибки. Вы называете нас слабокровными, но я бы сказал, мы все одинаково пришибленные. Я вообще не знаю, что это такое. Что такое слабокровное? Проклятье, не знаю, но ты точно не захочешь стать одним из нас. Ты тут вроде при делах, вот расскажи мне. Как это с тобой случилось? Я просто приехал в город на соревнование стерферов. Словно 100 лет назад. Хотя прошло всего 6 месяцев. Каждый вечер заходил в местную закусочную после того, как пляжные вечеринки выдыхались. Там-то я встретил ее. Продолжай.
Она была прекрасной, естественной красотой. Не как все эти пластиковые куклы с пляжа. Ее звали Лилия. Помню, как представился ей. Кажется, она была благодарна, что ей составили компанию. А через пару дней после знакомства мы остались на пляже одни. И... Она пыталась предупредить меня о том, кто она, но я не понял. И тогда она показала мне. Я разозлился на нее. Я все понял не так. Я проклял ее и ушел, так и не разобравшись, кто я на самом деле. Теперь-то понимаю, как она себя чувствовала. Ну и вот он я, загадка для самого себя. Лили мертва? В медицинском смысле, да. Но, честно говоря, я не знаю. Наверное, я бы уже уехал отсюда, если бы не надеялся, что она все же объявится. Мне о многом надо ее с ней поговорить. Ты ведь в курсе, что мы вампиры? Именно это пыталась мне сказать Лилия. Но ничего я не понимаю, так как правил и условий, и причин, по которым некоторые готовы перегрызть нам горло, утверждая, что мы предвестники конца света. Вот что я хочу узнать. Все остальные тоже слабокровные? Ага. Они в основном недавно приехали в Лос-Анджелес. Шабаш им подобный... И им подобные выгнали их из других городов. Господи, заговариваюсь. Они понимают еще меньше, чем я. Они неплохая компания, но они многое пережили. Это наложило отпечаток. Я так думаю, я узнаю про слабокровных. Надеюсь, тебе повезет больше, чем мне. Никто в этом городе не был ко мне особо дружелюбен. Мы в Санта-Монике лишь потому, что нас отсюда еще не выгнали. Я попробую что-нибудь узнать. Ну и полетели, наверное, в закусочную. По дороге заскочим все-таки к Ноксу. Наверное. Чтобы стать незаметным, пригнитесь. Способность боевой защиты и поглощение повреждений от ударов добавляются к вашей защите от пуль. Вдобавок к этому все повреждения, получаемые от пуль, что-то там. Странно, что я начала меньше сохраняться. Хотя, по-моему, не странно. В Санта-Монике грешно сохраняться. Тут нету прям вот таких вот моментов, что, о, блин, надо бы сохраниться. Но я чувствую то, что потом я об этом очень сильно пожалею. Кто-то у нас уже крышкой гремит. Ну, давайте начнем с Асайлума. Вампиров долго боялись, как жутких ночных монстров, наводящих ужас черной тени, появляющиеся тьмы, крадущиеся младенцы из колыбелей каких-то там. Окей. Нокс! Эй, приятель! Эй, Нокс, как дела? Да так, жду своего хозяина. Кто твой хозяин? Его зовут Бертран Тонг, он Носферату. Серьезно? Мертисин. Я как раз его ищу. Хотел бы я знать, где он. Я уже дергаться начинаю, ожидая его тут. Надо кое-что ему сообщить, но я не знаю, где он сейчас. Где его логово? Ничего. Когда я ему нужен, он просто появляется. Может быть, он где-то здесь просто затемнился. Какой он этот Бертрам? О, он единственный вампир, которого я знаю. Но он кажется чертовски сильным. Когда смотрит на тебя, словно мозги сканируют. Просто с ума сойти. Но, полагаю, это всегда так с Носферату. Кажется, он просто любит знать все. Ну, ты знаешь, какой там... В каком-то смысле ты прав. Бертрам не слабенький. Бертрам достаточно сильный. Ну, вспоминай Compassion Mod. Как он с тобой связывается? Это невероятно, он просто появляется из ниоткуда. Когда он впервые так возник, черт, меня чуть кондрашка не хватило. Учитывая, как он выглядит. Отлично, да, я поняла тебя, Нокс. Хм.
прошу прощения, я тут замолчала. Так. Чем ты занимаешься для Бертрама? Ну, Бертрам хотел, чтобы я присмотрел за одним типом азиатом, который ошивается тут в Санта-Монике. Бертрам считает, что это может быть вампир или что-то вроде вампира. Я не знаю. Расскажи мне про азиата. О, этот парень, это существо, он хитрее меня. Теперь вместо того, чтобы я следил за ним, он следит за мной. Я постоянно замечаю его, то наблюдает за мной с расстояния, затем вдруг оказывается совсем рядом, а потом исчезает. Я его тоже видел. Он меня нервирует, я знаю, он просто сбавляется. Хочу всадить пулю ему в башку. Он откуда... Но откуда знать, поможет ли это? Так что я жду возможности поговорить с Бертрамом. Но он пропал куда-то, к чертям собачьим. Все не наперекосяк. Похоже, все именно так, Нокс. Слушай, не хотел просить об этом, но поскольку ты офигенно крутой вампир, а я всего лишь бедный упырь, не согласишься избавить меня от этой твари? И как ты мне заплатишь? Да ну же, приятель, ну чего такого, я могу приложить к крутому вампиру. Когда Бертрам свяжется со мной, я скажу ему, что ты его ищешь. Идет? Ну же, приятель. Окей. Этого недостаточно. Проклятие, приятель, блин, какой облом. Я-то думал, нам стоит держаться вместе, раз уж мы оба из просвещенных. Возвращайся, если передумаешь. Ну, наверное, я все же займусь этим. Вот это по-нашему. О, как я уже говорил, он что-то типа азиатского вампира. Единственная наводка, что у меня есть водительские права. Он выронил их однажды, когда я висел у него на хвосте. Но он меня так... заманал, что даже времени не было, чтобы их пробить. Водительские права. Из них можно узнать, кто он. Нет, на фотографии не он. Не знаю, откуда у него эти права, но вдруг это поможет тебе выяснить, где он находится и чем занимается. Вот, возьми. Окей, я позабочусь. Отлично, только вернись и скажи мне, когда дело будет сделано, чтобы я мог перестать дергаться. И тогда я, может, поговорю с Бертрамом. Звучит неплохо, Нокс. У меня есть еще вопросы. Да, конечно, что угодно. А кто такой этот Бертрам? Он, ну, единственный вампир, которого я знаю, бла-бла-бла. И ему нравится быть упырем. Блин, я не помню, как его можно уговорить и рассказать нам о том ихнем с Бертрамом дело. Ибо у меня просто плохо прокачано убеждение. Ладно, мы взяли у него квест и сейчас идем в закусочную. Честно говоря, у меня что-то глаза побаливают. Ой, кошмар. Кошмар, конечно. На самом деле, на производственной практике в аптеке мне подарили капельки для глаз, чтобы там не болели, не сохли. И все дела. Но все равно как-то. Evening. И тебе привет. Привет. Чего вам? Сливки прокисли, чувствую по запаху. И кажется, здесь красный помет. А, крысины. Красный. Вы санитарный инспектор? Да, сейчас достану удостоверение и покажу вам. Знаешь, предыдущий санитарный... инспектор. Хотя бы хватало честности открыто потребовать взятку. Держи 50 баксов. А у меня теперь жизнь еще веселее стала. Да уж. Ой, прошу прощения, надо еще куда сходить. Да, чего?
Не замечали тут вечерами странных бледных людей? Это вопрос с подвохом. Вам знакомо слово «слабокровное»? Слабокровное звучит знакомо. Это какая-то тропическая болезнь? Не видали ли месяц-другой назад парочку, парень-серфер, симпатичная девушка? Дай подумать. Ну да, по 20 дюжин таких на неделе. Постарайтесь вспомнить, где вы это слышали. Похоже, я слышала это раньше. Может, одна странная милая девушка говорила об этом совсем недавно? А, эта девушка, славная девушка, единственный приличный человек здесь за последние годы. Совсем не похожа на обычных психов и торчков, которые тут ошибаются. Да, я ее помню, да. Странно, она оставляла чаевые, но ничего не заказывала. А еще она выглядела такой голодной. Просто сидела всю ночь со стаканом воды, болтала о том и о сём. Она выглядела одинокой, немного испуганной, поэтому я позволяла ей сидеть до самого закрытия. Она здесь кое-что забыла. Похоже, вы ее знаете. Так передайте ей при встрече. Конечно, почему нет? Угу. Один из величайших умений вампира — способность восстанавливания своих поврежденного тела путем сосредоточения крови. Они могут залечивать огнестрельные раны и отращивать утраченные конечности. Какая прелесть. Где там наша тача? Угу. Дневничок. Ну, на самом деле... Ну, отлично, они познакомились в психушке. На самом деле нет никакого желания читать вот эту всю болтовню. В принципе, можете почитать, господи. Послушать, как я это читаю... в других прохождениях с русским переводом. Их было два. Это патч 9.3 и пиратский русификатор. Правда, я не помню, в пиратке я читала что-нибудь или нет, но в 9.3 точно читала. Так что загляните туда, послушайте, как я читаю. Ну, либо, если вам не интересно, тогда продолжайте смотреть это видео. А нам в банк крови пора. Князь. Говорят, просто князь — это вампир. Говорят, просто князь — это вампир, обладающий достойным влиянием, чтобы властвовать над городом. Запугивание мы не качали. Значит, Малкольм пускай пока живет, и жена его пока ничего не знает. Откроешь дверь? Нужна доза? Мне нужно попасть в заднее помещение. Только для персонала. Это правило сучьей королевы. Все в порядке, сучья королева мне разрешила. Давай, спроси ее. Разрешила? Ха, сучья королева приказала мне никого не впускать. Я помню, как она повторяла это своим холодным, надменным голосом. Давай, спроси ее. Не волнуйся, я не буду устраивать там беспорядок. Одну девочку освобожу и все. Ой, не та. 1969, я прекрасно это помню. Ой. А вот тут мне пригодится хранение. Потому что я не знаю, как мы в итоге с парнем тем поговорим, который врач. Вот этот. Ты кто? Что ты здесь делаешь? Тебе хочется спать. Похоже, я засыпаю. 1969 — это все, что я знаю.
Опа, смотрите, колесико брони. Oh, да. Оставим Лили чуть-чуть поменьше. А то что это она его всего себе забрала? Вот у него, короче, листик выпал. Там тоже было написано. 1969. И я этот код прекрасно помню. Я не знаю, вот именно он мне запомнился. Да ну блин! Да ну блин! Кыш! Дайте пройти. Дверь закрой. Лили! Голод. Мне нужна капля на моем языке, скользящая вниз по горлу. Жаркая вспышка в моем мозгу освещает тело. Я чую ее здесь повсюду. Кровь. Кто-то. Освободи меня. Так больно. Я словно умираю. Он нас зовет. Никогда такого раньше не чувствовала. Освободи меня. Я чую ее. Я должна ее получить. Скажи мне, кто ты. Освободи меня. Что ты мне дашь, если я тебя отпущу? Все что угодно, освободи меня. Пойду куплю, пожалуй, еще пакетик тебя, прощай. Не двигайся. Пойду куплю еще пакетик тебя. Вы плохо выглядите. О, Матерь Божья. Прощай. Он так смотрит на нее косо. А мне? А ну мы, в принципе, от него отпили слегка. Тепло. Это было приятно, как никогда. Я пила, пока он не почувствовал, что его сердце остановилось. Его артерия пересохла. Такая эйфория. Но я убила его. Я никогда раньше никого не убивала. Что случилось? Что на меня нашло? Понижение человечности. Все слышали. Минус человечность. Так, успокойся, скажи мне, кто ты. То, что случилось, это была не я. Я раньше никогда ничего такого не делала, я не чудовище. Успокойся. Я пыталась украсть немного крови, слышала, здесь ее продают. Была голодная, не могла охотиться в городе. Они схватили меня и связали, заперли. Думала, никогда отсюда не выберусь. Но я убила человека, мне надо уходить. Кто ты? Я Лили. О, И, рассказывала тебе. И? И, ты знаешь, И? Я, откуда ты знаешь И? Да, знаю. Он просил меня узнать что-нибудь о слабокровных, и это привело меня к тебе. Я пытался объяснить И, кем он стал, но он был так зол на меня за то, что я с ним сделала, не стал меня слушать. Слабокровный. Как мне говорили, это вампир, чья кровь не мощнее, чем у прочих. Угу. Рольф, господи! Я случайно. Рольф, мой сир, говорил, некоторые вампиры считают слабокровных плохим предзнаменовением и хотят уничтожить их. Рольф не был слабокровным, а я, очевидно, да. Не знаю почему. Рольф оставил меня. И его компания не приняла меня. Сказала, что я обуза. Он наставил меня с таким количеством вопросов, и я сделала то же самое с И. Но я не хотела бросать И. Он вынудил меня. Я должна идти. Должна уйти отсюда. Может быть, из города. Скоро. Детка, слабокровная. Это, скажем так, вымывание крови Каина. Ну... С каждым поколением кровь Каина в жилах вампиров слабеет. То есть, если ты там, например, 13-го поколения, то есть вероятность, что у тебя дети будут слабокровные. Либо их дети будут слабокровные. Я не помню, кто кого должен обратить. Вернее, с какого поколения там уже слабокровные начинаются.
Повидайся с И. Он сказал, что прощает тебя. Он хочет тебя видеть. И? Он больше не злится на меня? Нет, иди поговори с ним. Я пойду к нему, спасибо. Не за что, прощай. О, и то, что случилось, не говори никому. Да, не скажу, обещаю. А вот теперь можно идти к Гимблу. Зачем надо было отпускать эту суку? Теперь одним Флином в мире меньше. Почему ты позволил ей вырваться и сожрать его, а? Теперь я уже не смогу этого сделать сам. Хорошо, знаешь что теперь? Никакой для тебя крови. Совсем. Не впечатляет. Right. Хорошо, меняем зеленое на красное. Идет. Позже. Need a fix? Скажи, а где ты теперь кровь берешь? Разве ее больше нет, мне... Раз мне ее больше нет, мне придется пойти найти кого-нибудь другого на место. Но на улице прохладно, моего второго пилота сожрали. Я в одиночном полете. Мне нужно новое тело. Найди другого донора, чтобы я мог добыть новую порцию. Где искать? Сука, которая владеет мною и этим местечком, содержит асайлум. Там много молодой глупой крови. Не гнилой, вонючей крови бродяг, которую мы обычно получаем. Но не убивай никого в клубе. Хозяйке это вряд ли понравится. Окей, схожу, до встречи. Ну так, еще очко опыта с него срубило там. Чем не выгода? Так, не сюда. Сюда. Вы можете использовать способность соблазнения в диалогах, чтобы кормиться, или просто добиться того, что хотите. Если вам удастся соблазнить человека, вы сможете кормиться от него, не опасаясь нарушить маскарад. Торги соблазнения в диалогах обозначаются розовым цветом. Я попыталась прочитать быстро. А теперь летящей походкой попробуем Гимбла отправить к вандалу. Ты давай, иди, иди, пацанчик. Давай, давай. Двигай. Ускорила его немного не в том направлении. Хотела его и вниз ускорить. Ну ладно, ладно. Давайте... Ну, давай, да, давайте здесь сохранимся, потому что там... Нам не дадут сохраниться. Да, могу я вам чем-то помочь. Здрасте. Мы тут недавно по телефону говорили. Да, конечно, я вам открываю. Спасибо, пойдемте. Вампиры должны ступать осторожно. И всегда помните о маскараде. Если человечество когда-нибудь обратит свое внимание на сородичей, дети Кайна будут стёрты с их со земли. Здравствуйте, добро пожаловать в протезирование и медицинские товары Гимбла. Вы здесь для моделирования? Хорошо, хорошо, похоже, ваши конечности хорошо развиты. Вы не против, что я так выражаюсь? А вы кто? Да, простите, меня зовут Гимбл, Стэнли Гимбл, но давайте обойдемся без формальности. Можете звать меня Стэном. Расскажите мне немного о себе, Стэн. Обо мне? О, я просто пытаюсь облегчить жизнь тем людям, которые считают себя ущербными. Протягиваю им руку помощи, так сказать. Или ногу. Да-да, чертовски удачная шутка. Похоже, вы тоже ущербны. А, вы о моей руке? Да, это интересная история, если у вас есть время послушать. Есть, с удовольствием послушаю. Ну, можно сказать, я влюблен в человеческую анатомию. Просто одержим. Протезирование — это единственное занятие, на которое направлен мой энтузиазм. Как если бы... А ваша рука?
Ну, я пришел к мысли, что никогда не достигну истинного мастерства протезирования, не узнав на собственном опыте, как это носить протез. Продолжайте. И тут созрело решение просто на ровном месте отрезать собственную руку. Качество моей работы, как вы понимаете, с тех пор значительно улучшилось. И удобно тебе с протезом работать. Кстати, я слышал, что местный морг предлагает трупы для научного исследования в протезировании. О, это замечательно. Да, так и есть, только запишитесь у парня по имени Вандал. Всё. Минус человечность. По-моему, за этого придурка еще человечность отнимать. Это чертовски смешно. Сразу две проблемы решили. Вот это я понимаю. Альтернатива. Тут ничего новенького не появилось. Это мало ли какой тут. Денюжка, пакетик крови. Оружечко какое-нибудь. Еще фиговинка какая-нибудь. Есть здесь что-нибудь? Дайте мне что-нибудь! А, помогите! Выпустите меня отсюда! У этого типа крыша поехала! У Гимбла? У кого? У Гимбла? Да, у Гимбла. Этот тип последние 3 дня занимается тем, что отрезает куски от меня и маги. Он псих! Грёбаный псих! Хорошо, как мне открыть эту дверь? Ясненько. Догадался. Догадливый мальчик. Thanks, man. Спасибо, дружище, ты мне жизнь спас. Я даже не поверил, что ты это сделаешь. Я видал странные дела, но это вне конкуренции. Смотрите-ка, у нас человечность за Гимбла забрали, за Карсона отдали. Ты Карсон? Да, откуда ты меня знаешь? Мне Артур Килпатрик прислал. Так это он? Солидно. Я у него в долгу, надеюсь, найду способ, как с ним расплатиться. У него для тебя работка. Что? Ну, нет, это больше не для меня. Посмотри на мою руку. Гимбл отрезал мне указательный палец. Я ухожу из дела. Жаль, конечно, оставлять Артура в беде, но иначе не получится. Ну, действительно, а как же ты без пальца работать будешь? Слышишь этот звук? Кажется, труба зовет. Мне пора. Спасибо, не беспокойся, я здесь позабочусь об ошметках. Да, лучше возвращайся с полицией. Сюда нас в любом случае не пустят. Ну вот там маги. Наконец-таки я начала разбираться, кто у нас здесь Гимбл. Вернее, кто у нас здесь Карсон, кто Гимбл, кто маги. Мог бы хотя бы стульчик туда ему поставить. Ясненько. Ладненько. Можно идти пока квестик сдать. Целых 2 причем. Вот так вот за одну серию быстренько все подчистили. Ну, почти все. Что у нас там только азиат остается? Не, я им точно не буду заниматься до того, как я доберусь до даунтауна, потому что мне надо оружие, мне надо откачаться. Моя надо качаться. Кстати, я не кидала пока еще в эту игру файл New Power, надо будет закинуть и с рукожопчиками попробовать сбить азиата. Рукожопчики уже у нас прыгучие, они должны допрыгнуть, когда он по ящикам бегает. Не представляю, как я пойду сейчас в этот на склад. Люди – основной источник пищи для сородичей. Также вы можете получать, за исключением клана Вентру, некоторое количество крови от крыс. Еще можно пользоваться пакетами. Угу. Очень полезная информация про крыс, за исключением Вентру. Так.
кровь есть. Кол есть. Чувак есть. У тебя есть все то, что я у тебя просил? У меня есть особая жевательная резинка для твоих зубов. 100 баксов. Держи. Угу. Сколько крови единорога тебе надо? Куплю все. Охрен ли у меня только один ежик? А, пакет голубой крови. Пакет обычной крови. О, дружище. Ты вернула мою Лили, она все рассказала о том, что случилось. Не знаю, почему ты мне нам помог, но тебе хоть памятник ставь. Я больше не позволю ей уйти. Спасибо тебе. Не за что. Береги ее. Мы скоро собираемся уехать из Лос-Анджелеса. Тут слишком опасно. Роза говорит, скоро случится что-то серьезное, и я не хотела бы здесь находиться. Когда чертики выскочат из коробки. Прими это к сведению. Я подумаю над этим. Удачи. Hi. Привет. Ну как прошло? Жизнь сурово обращалась с нами. С нами обоими. Но он простил меня. Мы скоро уедем. У меня есть родственники, которые живут в Орегонской глуши. С нами все будет в порядке, когда мы уедем отсюда. По крайней мере, пока мы вместе. Ты, наверное, хочешь вернуть вещи. Вот, возьми. Спасибо тебе. Береги свою любовь. До свидания. Чё, побежали за пакетами? Надо будет сейчас зайти домой. Я не помню, брали мы их из холодильника или мы голубую кровь из холодильника получили. Ну давайте ее купим, она все равно дешевле будет, чем мы ему за 120 каждый пакет отдадим. Ой, прибыль она такая. Ну, так как у нас сейчас загрузочка быстренькая, можно было бы, в принципе, заглянуть и домой. Хотя откуда мы еще могли взять голубую кровь, как из дома? Откуда у него голубая кровь дома? Это все потому, что он Вентру? Всегда свежий. Бесплатный и всегда свежий. Способность стрельбы напрямую определяет бла-бла-бла. Надо будет, кстати, сейчас почту проверить. Да, из холодильника мы ее взяли. Отлично. Лакруа, нам стало известно то, что корреспондентам попала в руки кровь оборотня. Надо сходить в госпиталь и забрать ее. Пока не провели анализ и не узнали, что это кровь оборотня, и не охуели. Ладно, идем к этому, господи. Вандалу, заодно квестик ему закроем. Привет. Бог крови возвращается. Да, теперь дай мне кровь парня, которую я тебе послал. Почем? 94. Ха. Смешная цена. У нас же теперь 3 пакетика, да? А, голубой крови. Да, пакет крови. Обычный пакет с кровью, традиционно использующийся в больших больницах для переливания крови. Это пакет крови, набранный лишь из от отборных людских особей. Из мэра отсадили.
Кто там в 2004-м в Америке был у нас президент? Блин, я не помню. Ладно, еще вспомню, наверное. Вот этого я как раз-таки и добивалась. А вот этого я не ожидала. А то что-то как-то скучненько живем, народ, на самом деле. Вы можете канализация предоставлять защиту, и вас можно скрыться тем объемом, которым это требуется. А тут так спокойненько. Так, где тут наш этот, господи, не помню, как тебя зовут. Принесла предметы, принесла. Сколько крови тебе надо? Ай, ай. Теряйте меня из виду. Да. I'll buy as much as you've got. Да. I think I have enough. Кол. Yeah. Его зовут Лакруа, и он живет в даунтауне. В небоскребе. You won't have to live like this anymore. I'm going to kill the head vampire. Как они вообще умудрились за мной пойти? Кошмар. Вот чего-чего, вот этого я не ожидал. Что они еще за мной побегут. Через загрузку. Я не забыла снять чит, я просто перестраховываюсь. Поигрался. С кем не бывает. Надо найти мента и удостовериться, что они на меня больше не охотятся. Не, все в порядке. Ладно, на этой прекрасной ноте серию мы нашу завершим. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи.